Приветики, господа, с вами я, ваша любимая Скупа, и сегодня я буду продолжать играть в Undertale. Как вы видите по экрану, предыдущая серия правом верхнем углу, мы смогли всех починить. А тут что? Лифт занят. О боже, я надеюсь, что тут ничего тут не произойдет. Мы просто идем вдоль провода. Это золотой цветок. Путь заблокирован. Здесь переходная записка. Привет, я в саду. Если тебе нужно что-то забрать из твоего сундука, включи на кухне и в коридоре. Понятно. Нет! Много лет тому назад в руины упал человек. Пострадавший после падения человек стал знать на помощь. Звать на помощь? И что дальше? Владимир, заполнен золотыми улитками. Это мусорная ведра. Она заполнена словно ирисского перла. Стоп, там забыла записка, блин. Это записка. Привет. Угощайтесь, берите, что хотите. Это дом Асгора, как я понимаю. Азриэль, сын короля, услышал человеческий зов. Он вернулся в замок вместе с человеком. С каким? Чаром, что ли? Стоп. Смотри, король лежит на древо. Нет, я не хочу выпустить. Ну да, на ремонт. Нет! Шло время, Адриэль и человек стали как родные. Король и королева остановились как дитя к своему собственному подземелью. Мир был полон надежд. Берите ключ и держать его в тюрьму. Азгора. Дневник Азгора, но читаешь. Это кровать ковричек, это мне. Это комната. Внутри костюм, нахуй, Санта-Клаус. Это у нас одежда, я тут лежаю по рубашке и розовый верши. Это трофей. Проверенное первое место на Лёху нос. Там еще была записка. Я хочу прочитать записку. Это просто кресло. Я хочу записку прочитать. Там есть еще записка. Ну ладно, не буду ее читать. Как и захотите. Тут есть золотые все тут цветки. Вы открыли цвет. Затем в один день человек очень сильно заболел. Если это девочка, то... Может, это чара. Большой человек высказывал одно желание – увидеть цветы из его деревни. Но мы ничего не могли с этим поделать. Господа, они про чару. На следующий день человек умер. Господа, это, наверное... Господа, это, наверное, история чары. Как она сюда попала? Азриэль убил горем по душу человека. Он превратился в существо с нулевой силой. Понятно. А человек с душой Азриэль перевел барьер. Он нес тело человека в сторону заката. А при этом в деревню людей его убили там, да? Азриэль достиг центра деревни. Там он отсек полон из золотых цветов. И, возможно, на нее человека положил.
раздалось крики. Жители деревни увидели Азриэля. Те, что то дело, они подумали, что он убил дитя. Люди напали на него со всем, что у них было. Он получил удар за ударом. Азриэль был способен уничтожить их всех. Но Азриэль не был в ответе. Избавиться людьми. Азриэль улыбался в счет прочь. Избранный Азриэль, хромая, добрался. Он вошел в замок и упал. Его прах разносит по всему саду. Боже, как страшно. Королевство впало в отчасти. В одну ночь король и королева потеряли обоих детей. Где снова дурали у нас все. Король решил, что пришло время покончить с нашим. И король считает, что упадет к нам, должен умереть. Сдастся, как считает, лечит людьми, мы сможем разрушить барьер навсегда. Вот как осталось недолго. Король Азор даст нам надежду. Тебе тоже следует улыбаться. Ты станешь свободным. О май гад! Сейчас будет битва с Сансом! Это тут была начинается битва с Сансом, да? Похоже, ты все еще сделала это. Конец твоего приключения уже совсем близко. Через несколько мгновений ты встретишься с королем вместе. Вы оправдали будущее этого мира, но это будет потом. А пока ты будешь осужден. Ты будешь осужден за каждое твое действие. Ты будешь осуждена за каждый опыт, что ты получила. Что того, это охрана. Он означает очки пыток. Это сподобочность только получила. Когда ты убиваешь кого-то, твои увлечусь. У тебя достанется опыт, твой уровень тоже является актом. Но он означает уровень резни. Способ изменить чью-то способность ранее. Чем больше убиваешь, тем легче ты от этого. Чем больше отдаешься, чем меньше ты от этого даешь. А чем если ты заставляешь страдать других? Ты совсем не повысил. Конечно, это не значит, что ты абсолютно невинен или наивен. Лишь то, что в твоем сердце есть что-то. Это наверное, которое ты встречал. Ты сможешь сделать все правильно. Ты сказала ради кого-то, даже убегая, ты улыбалась. Ты не работал ур, не получил любви. Значит, это что можешь и нет. Теперь ты встретишься с проблемой за свою жизнь. Ты здесь, получается, у тебя все. Ты откажешься душу и уничтожишь. Ты убьешь Азора и уйдешь. Но сам тебя останется в ловушке. Что ж ты сделаешь? Ты ведь пришла сюда. Не так, чтобы это верно. Так что пока ты держишься, как тебе верит сердце. Я верю, что ты сможешь поступить правильно. Хорошо. Все же тебя малая удачи. Дайте я сразу же я сохранюсь, чтобы не терять надежду. Господа, зачем убивать всех животных, которые тебе дороги?
Да, походу это конец. Ура! Мы сейчас будем сразу. Кто-то есть один момент. Я просто закончу поливать эти цветы. Вот так вот. Привет. Чем могу? Ох. Это хочется сказать. Конечно, я хочу чашечку чая. А кто ж не хочет? Если я не готова, то я тебе сохранюсь, вот теперь я готова. Все. Я готова. Это барьер. Это то, что удерживает нас всех ловушек под землей. Если у тебя есть случайно остается лишнее дело, сейчас самое время их закончить. Может вернуться, продолжить. Значит, время пришло. Готово? Да, я готова. О май гад! Сейчас он меня поместит в эту капсулу. Странный свет заполняет комнату. Сумерки светятся сквозь барьер. Похоже, ваше путешествие наконец окончено. Вы переложили решимостью. Выпал переполненный решимость. Человек. Было приятно познакомиться с тобой. Прощай. Он уничтожил пощаду! Что он сделал? Как я теперь его злой атакует? Боже, блин, ай-яй-яй. Вот эти бы вот такие атаки. Блин, мне хочется его бить, но надо же бить. Это ж Асгард сам так. О боже. Фартук. Отлично. Давайте еще раз я попробую. Как
дома. О боже. Наш не ожидал. Мне кажется, больно, блин. Господа, нам надо было, рисовый пирог надо было нам оставить для сражения Асгора. Потому что, господа, надо было бы нам пирог. Господа, надо было нам бы оставить пирог Кирильскую на сражение с Асгором. Потому что я так и оставила. А я его не оставила, пирог. Это будет отсюда пойти, я же сдохну, блин. Отлично. Играем. Отлично. Скажи. О, это было хорошо, что я... Отлично бьем. Я живу. Отлично. Если я убью Арцгора, это будет к чему плохому не приведет. Боже, что за атаки такие сильные улучшаются, блин. Атаки сильнее становятся. Отлично, мы так очень хорошо сражаемся. Прости, я скажу, но не пошли. Да куда ты, Фриск, идешь, блин? Это Фриск сама, это сама Фриск движется. Да ничего не делала. Боже, нет. Как он же... У меня же есть бургер, да? Мне он остался еще? Потому что горячий факт, когда я исполнил приятный факт. Да, я готова. Господа, грязный фартук, он, кстати, сохраняет жизни. Господа, вы знали, что я использовала грязный фартук? И он, кстати, восстанавливает он ХП. Господа, а вы знаете, что делает грязный фартук? Он восстанавливает вам ХП, да. Я выбрала грязный фартук, чтобы восстановить себе ХП. Если он меня ударит, то... Ничего такого страшного нет. Ай-яй-яй. Видели? Только что произошло. А то восстановили в жизни. Отлично. Теперь я не могу беспокоиться. Что, ничего не делаем?
Отлично. Боже. Отлично. Он восстановит хп. О боже. Нет. Давайте мы на этом с вами сохранимся. С вами наш любимый Сакуэй. Короче, давайте мы продолжим завтра Андер играть. А завтра...